Ну, короче, мы вчера вот уже играли с Яриком на этой карте, когда ты спать ушел. Хотел сказать, какая хуета? Ну зачем? Они сейчас... Мейн прям в углу, блядь. Мейн прям в углу, там, где ворота. Ну вот зачем? Была нормальная карта. Они сейчас из этого сделали тупо воронье очко. Второе. У нас легион. Откуда знаешь? Музыка. Сделали, блядь, кастрированную карту. Ну, я вот вообще недовольна. Это же мейн визуально вроде такой же. Все такое же, они просто обрубили кусок карты и все. А мы еще играли вчера против Фони, мы вообще охренели от жизни. На билке через всю карту, наверное. Конечно. А что там по починке? Процесс будет? Не? Не возмущайся. Да я не на тебя, я в целом. Я просто мимо тебя пробежала, вспомнила про этот, как его. Ну как он называется? Разъеб. Да. То, что сейчас происходит с G-парком. Тут треугольник, кстати. Блять, на этой карте сейчас везде будет. Ой, блять, подвал. Билку вырубил. Ну, я пойду сниму его, потому что она ранена. Да, Майк сейчас упадет. Хорош. Так и лачуга теперь около ворот, блядь, прикинь. Сделали какую-то ущербную карту, блин. Дружочек, а тебя лечить-то надо? Надо. Угу. Это, кстати, лучшее место, чтобы тебя лечить, конечно. Угу. Прямо около подвала. О-о-о. Падаешь? Да падаю, я пришел в место, которого я не видел даже никогда. Опа, а что за приколы такие? Всё. Я его вылечила и заорала что-то внезапно. Мертвая хватка, блядь. А, это спасение во благо или как там называется? Руки, короче, связаны. Ебать, ума палата, сидят вдвоем, чинятся, блядь. Понял, да? Угу. Ты что, сам спрыгнул? Нет, чел снял. Значит, хорошо, что я его вылечил. Тебя полечить? Ну давай, наверное, дочиним сначала. Чиним? Ну, ну. Ты только что... Ты только что людей. Я смотрю всем буквою. Да и с генами что-то все печально. К нам бегут. Игорь, к нам бегут. А, да? А ты ко мне бежишь, блядь! Да сука! Застопилась, блядь, на ровном месте. А зачем он к нам-то бежал, блядь? Чё, бежать некуда было, что ли? Я не понимаю. Хуй его знает. Откуда они такие берутся, блин? Я дочиню. Давай, мне сейчас эту бедолагу еще спасать. Это не ты дочинил, да? Я. А, ты все так близко, что ли, на этой карте теперь? Угу. Невозможно, блин. Блин, на аптечке не хватает на два раза, да? Возвращается, ребят. Нет, он за мной.
С одной стороны, стало прикольнее то, что все как-то повыше. Можно попрятаться. Заебись! Потом. Ничего не видно. Потому что получается, фактически вся карта просматривалась. А почему везде какие-то гены, знаешь, на, типа на 75% вычинены? Угу. Что происходит? Пинем. А, блин! Весь. Мне ж поглотаться надо. Да хватит сюда бежать-то, ёб твою налево. Да почему ты это делаешь? Какая сука, ну ты прикинь, а. Уголок куда-нибудь отойди. Возьми, что ли, блядь, связь, я не знаю. Ебать. Просто бежит нахрен на человека, который латается, чинит. За мной, да? Я хз, за кем он? За мной! Вы очень рядом. Привел, блядь, сука! Что так и бежишь, что ли, за мной? Отъебись от меня! Сука! Я твой дочиню. Чини, чини. Бегаю за всеми, дочиню. Я этого Джей Парка, блядь, прибить готова. Как же тут все сейчас рядом? Как это прям... Сбила билку. Ну, за тобой. Ты в тупике, кажись. А, нет. А чё я эту палетку не вижу? Снимай, иди нахер отсюда. Блин, тупанул, надо было прыгать. Думал, поведется. А успевал же. Блять, ну не сидят тут. Пиздец. Чё? Сидят под носом, у него латаются, блядь. Он подбежал, опять всех разъебошил. Ну смысл, блядь. Я тебе говорю, они какие-то, то ли слепые, блядь, то ли тупые. Аптечка, ура, ура, ты моя сладкая. А, ну все, он за мной. Гандон, блядь. А почему не за ними? Ну, у меня ж два крюка. Нет, я понимаю. Плюс я раненый. Как переагрывался, вот, я про чё. Да никак, он целенаправленно за мной ж пошел. Хотя так Клава рядом стояла. Дядя тренер. Дядя мудак, блядь. Чё-то я, блядь, не поняла. А где гены-то? Точно есть в лачуге один, но там подвал. Да иди уже к воротам. Мак гоняет пока. Главное, чтобы эта ебанашка к Джейку не прибежала. О, где-то рядом. А вон они. Так и бегает за ним. Блин. Он меня видел. К тебе идет. А каким образом он меня видел? Он после того, как хит дает в обилке, у него остальные подсвечиваются. А нахуя я тогда стою на месте? Без понятия. А чё он за мной не пошел? Не понял. Так, ну поскольку этот дядя-тренер, наверное, наедет. Блин, так обидно. Получается... Вот видишь, у тебя глубокая рана, это проебало Адрик. Да, получается Адрик сработал, но как бы не до конца. Не, наеда нет. А я не буду его спасать.
Пусть Майк пиздует, она полная. Уже она? А, выходи нахуй, она вышла. Да ничего ты не сделаешь, ты раненый, его не снимешь. О, да. Ну. Подожди, а почему не обнулил? А, 13-го же обнуляется. Угу. Ну, странно. 3-й и 5-й, ну, в принципе, они уже что-то прокачивались, что-то да знают. Как минимум там в 5-6 катках они точно сыграли. Неужели настолько бестолковые?